красивая! Здравствуй! Девчонки и мальчишки, привет! Мне сегодня Олаф рассказал, что у какой красивой девочки день рождения. Это правда ты? Да, пятерка. А ты меня узнала? Здорово! Ты знаешь, я смотрела на тебя, когда ты смотрела мультик про меня. Видела, я тебя немножко там подбагнула один разочек. Да. Вот еще, вот это. Я очень давно мечтала прийти к тебе на день рождения. А эти замечательные девчонки и мальчишки мои друзья. Я хочу с вами познакомиться. Кто меня не знает, я Эльза, очень приятно. И мы сегодня отправимся в Эрендел, зимнюю сказку. Дело в том, что в Эрендел попасть-то непросто, потому что там остался один очень злой человек. Опа, еще. А теперь все сосульки должны быть приклеены сюда. Да. Постоянно отщепляйте. Милаша, также пузырики. Очень классно. Представляете, у него можно сдать и загадать желание. Давайте, кто будет первым гадать? Ну, конечно! Попробуем поставить. Thank you.
загадывай свои желания или закрывай свои сети. Ура! Раз, два, три, сильно! Мне кажется, ты уже попробовала все.